Маладзёжны парк запрацаваў у Бабруйску, завершана першая чарга будаўніцтва, зрабілі добраўпарадкаванне і асвятленне, наперадзе азеляненне парка, будоўля летняй эстрады і ўваходнай брамы. У парку пабывалі нашы карэспандэнты. Тяжко поверить, але 2 года тому тут, у Бабруйску, за палацем мастацтва была пустеча, где гуляли слоны, потому что минавито тут спынялся цирк Шапито. Зараз бабруйчане зрабили для себе молодежный парк. Назва выбранная не выпадково, потому что молодь Бабруйска приняла самый активный удел у добраўпарадкавання этого места. Молодежный парк бабруйчане створали агульными намаганиями. Ён побудованы выключно за кошт городского бюджета. Каб собрать гроши, бабруйчане целый год рупливо працавали на субботниках. И вось выник. Здесь есть фонтан, цветы, нормальная дорожка, чтобы кататься на роликах. Я сюда часто прихожу с мамой кататься на роликах, кататься на велосипеде. Хорошо, наконец-то пустырь закрылся. Стало красиво везде. Единственное, не хватает деревьев, потому что вот сейчас солнце очень жарко, и хочется, конечно, особенно возле лавочек мамам посидеть в тенечке. А так очень хорошо, благоустроили наконец-то. Озеленение планируют сделать до конца листопада, потому что многие древы рекомендуют высаживать напроконце осени. Упрыгожить парк и живая огороджа. А вот будовництво ротонды и увоходной брамы запланованное на наступный год. Уже выполнена первая очередь, то есть произошло благоустройство данного, сами видите, фонтан построили. Это здесь выполнены фундаменты под входную группу, под ротонду. Дальше во второй очереди предусмотрено строительство ротонды, входной вот опять-таки этой группы, озеленение. Будет здесь большое озеленение, по периметру много зелени, ну и плюс Wi-Fi подключение, поэтому все в работе. Бабруйчане уже наведывают парк. Мауляу, приемно отпочивать там, где сам попрацевал под час субботников. Одразу бачишь выники своей працы. Ганна Лапо, Александр Тарасов, Новины регион.